Привет, ребят. С вами Макс. И сегодня мы будем играть за Розу. Завтра я постараюсь записать два видео. Геймплей за Кроу, которого я также недавно выбил. Буквально вот в пятницу. Я копил на Розу, открыл бигбокс, не посмотрел на монеты, и так получилось, что я выбил Кроу. Ну, а Розу уже сегодня открыл. Вот, не получилось ничего. Так, заходим. Ох. Вот в шоу-дауне там вообще мании найти Розу. На Розу. Мне кажется, там каждый Роза играет. Хоп. Опа. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А, жалко, не получилось. Ну ладно. Наливайтесь. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И вот. Хоп. Е-е-е. Говори уже, наливайте. Ребята. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, давайте добивать его. Кольт, а тебе выйдет самый опасный член их команды навстречу. Хопа. О, Роза пришла. Хочешь своими колючками меня удивить? Хоп, я такая же. Хопа. Так вообще. А же мальчик. Так, жалко. На первый бой мы продули. Потом еще поиграем в другие режимы, наверное. Как видите, вот правда, Кроу. И это мой аккаунт, Мегамастер, как вы помните. Я хотел выставить еще два видео, но что-то не высылается. Кстати, пишите в комментариях, как вам идея записывать видео под музыку. Ну, мы сыграем тут несколько боев. Где-то, пожалуй, боев 5. Так, сейчас сыграем в одиночное столкновение. Надеюсь, займем топчик. Я хочу себе вообще 3000. У моего соклана 3000 кубков есть. Так что я тоже хочу так набить. У меня будет бо. Одной перс. О, да. Моей коллекции. Мне не хватает немножко персов, да, фу, коллекции. Хоп-хоп-хоп-хоп. Жалко. Тут минус либо ноль. Минус. Один. Чего все время минус один? Ну ладно, еще одну катку идем. Кстати, вы спросите, почему завтра игра именно Кроу? Потому что Пасха, а Кроу это птица. Яйца синего. Ну. Второе видео я еще не знаю, что там будем делать. Может, там немножко. Кстати, вот так вот разберемся сейчас с Мортисом. Джаку. Тейк. Ну все, я тут заберу напиток. И все будет мое. Аккуратно. Вот тут вот можно забрать баночку голямно. В кустиках. Пойдемте и открываем этот бокс. Аккуратно.
Так, тут в одном из этих кустов розы должны быть. Там битва двух роз, лучше не мешать им. Ну и так жестко. О, жалко. Ну хотя третье место неплохо. Опа, там остался Мортис. Так, плюс 6 кубасиков. Сейчас подождем 10 секунд. Мне дадут еще немножко звездных жетонов. Может, пойдем в бой. Разве я купил только сегодня в магазине? Так, вот жетоны наши. Надеюсь, мы сможем на розе апнуть 9-й ранг. Тогда мы сегодня откроем бокс. И накопим, мы откроем в следующем видео. То есть завтра. Извини, что я же редко открываю боксики на видео. Пишите в комментариях, вам нравится, когда я открываю боксы на видео. Так, побежали. Вот там Дерю. А жалко, не успели, пока у нас был щит. Ой, я на эту розу лучше не лезть. Она какая-то слишком жесткая. Жалко, она меня убила, чтобы под вот этой яростью. Бутылочкой такой. Ну, я хочу 3000 на них, за 3000 еще 500 шкуков. Это долго копить. Так. Это уже по факту. Для меня катка третья. Я нормальные катки считаю. Ну, не везет. Вот вам Брок и Поко за то, что на меня нападали. Опа. Это пока боксы золотаю. Во, опять баночек. Вот это я понимаю. Ой, не шути со мной так. Пожалуйста. Все, убежали мы от той розы. Вот так. Стрелим эту розу одну баночку. О, у нас осталось 3 розы. Так, тут берем эту ярость. Не, это не страшно. А, жалко. Опять не успели, опять третье место. Ну что ж, неплохо. 5-й ранг уже на розе. Вот такой 20 жетончиков. Если я хочу ранг 9, то где-то кубков 100 надо. На розе набрать. У нас 44. Угу. Это больше по планам, чем я хотел. Посмотрим, может кого-то пригласить поиграть в парни, что да? Да не знаю, даже не хочется. Извините, но тут я все свои билеты потратил. А челлендж у нас играть только за розу. Поэтому идем в ШД.
Еще пишите в комментариях идеи для видео. Кстати, я вспомню, хочу вам рассказать все-таки идея для второго видео завтрашнего. Мы будем снимать на взломке. Там разные скины есть. Дополнительные. О, вылетело, жалко. Только не сливаться. Если мы слили, то будет плохо. Так. Да, съемка работает. Спайк. Зачем его? А, не, плюс 2. Нормально, нормально. Еще, наверное, одну карточку и все. Чтобы сильно много не было. Ну. Вот эта последняя карточка, скорее всего, наша. Надо постараться. Вот дерево растоптали буквально, в смысле этого слова. Пайпер там гуляет. Ну, у нее никнейм Пайпер. Я не держался, называл ее Пайпер. Вот, получи, Роза. Роза. Угу. О, вот это мне нужно. Ой, извините. Мне тут кое-что под боком лежало. Вот так вот тебя пойми. Ой, сейчас мне вот так вот будет. Ух, отхилимся. Там... В атаку. Пенни добили. Вот 7 банок у нас. У нас есть все шансы. Ой, ёлки. Вот старый плохо вышел. Ну, это 4-е место. Что ж, друзья, напишите, как вам видео. Ждите завтрашнего видео. Всем удачи, всем пока.